Президиум фракции «Единая Россия» рекомендовал депутатам «Единороссам» и Совету Госдумы выдвинуть на должность председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом стало известно после консультаций, которые сегодня прошли в Нижней палате. По словам Кудрина, он намерен активизировать работу по борьбе с коррупцией и повысить эффективность управления госинвестициями. Главный контрольный орган страны должен возглавлять человек, который является профессионалом в этой области, который выступает достаточно активно, выступает в последнее время за серьезный контроль наших бюджетных средств, отметил заместитель председателя Госдумы России, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России Сергей Неверов. «Я дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты. Я, конечно, готовился к этой встрече. Я понимаю те задачи, которые стоят перед Счетной палатой. И, прежде всего, по повышению эффективности расхода бюджетных ресурсов, средств. Ну а самое главное выполнение, как записано в законе о Счетной палате, национальных целей», — заявил председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.